Приветствую, друзья! Итак, сегодня мы распакуем ростер для какао-бобов. Поставляется он вот в такой квадратной белой коробке. Легко достаточно открывается. И хорошо упакован. Видно два слоя толстых пенопласта, и сам ростер также закрыт полиэтиленовой пленкой. Само устройство предназначено для обжарки примерно 1 килограмма какао-бобов. Состоит из чаши с лопатками для перемешивания какао-бобов и крышки. Довольно-таки простое устройство. Ручка для крышки в отдельном пакетике. Легко прикручиваем ручку к крышке. Затем протираем саму чашу. Можно это сделать, допустим, либо влажной салфеткой, либо тканью, смоченной водой. Здесь у нас органы управления ростером, включатель и установка температуры. Собственно, все. Ростер готов к работе. Крышка у данного ростера нужна только для защиты от пыли. При работе крышку нужно снять.